Здравствуйте всем! Российская Снегурочка! Сегодня в этот замечательный, чудесный, снежно-солнечный день видеть всех вас в центре Костромы на Сусанинской площади. Я рада, что на мой праздник собралось так много самых улыбчивых гостей. Друзья, наступает время чудес! Ура! А это значит, что день рождения Снегурочки наступил! Ура! Друзья, академики, да. Сверим часы. Да. О, ага. Друзья, так время чудес. Время чудес. Время чудес. И давайте же скорее пригласим на сцену моих сказочных гостей. С удовольствием. Встречайте, друзья, наши сказочные гости. Наши аплодисменты. А со своей спутницей Луминайне. Ну кто же еще, как не ты, Искоренко? И из Карелии, оттуда же, из тех замечательных краев, к нам прибыл Талви Укка! Встречайте, друзья! Здравствуй, здравствуй! Конечно, друзья, как же праздник может пройти без наших морозных волшебников, например, Кыш-Бабой, татарский морозный волшебник из города Казань. Привет! Как мы рады видеть вас! Привет! А также прибыл к нам в гости Тол-Бабай, мой любимый морозный волшебник из Удмуртии. Не один, потому что я внимание. Сандыр Агаева, помощник. Да, я учила и выучила. Ай, друзья, ну и, конечно, наш самый главный гость. Российский Дед Мороз! Ура! Город Великий Устюг, дедушка! Здравствуй, люд честной да славный! Здравствуй, Кострома! Я российский Дед Мороз из града старинного, Устюга Великого, из сказочной вотчины своей приехал к вам в гости специально, чтобы поделиться с вами радостью праздника нашего, днем рождения внучки моей Снегурочки! Смотрите, ведь сегодня зима борется с весной, и именно с завтрашнего дня на Костромскую землю придет настоящая весна! Ура! 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 Утро какое доброе было, солнцем освещенное! Сейчас зимушка доказывает свои права и снежком нас балует. Ну и снова солнце пробивается, и я уж точно вам скажу, что зима начинается в Якутии, а весна начинается в Костроме!
спасибо тебе. Представляете, это даже не верится. Столько всего интересного и запоминающегося произошло за эти годы. Да, я вот сегодня упустишь вообще, даже не вспомнить, что было. Да умник, ведь мы же с вами перевели часы на время чудес! И правда, друзья, и сегодня отправимся с вами в путешествие во времени и окажемся в весенней Костроме самых-самых разных лет. Вспомним все самое яркое и запоминающееся. Здорово, здорово! Ой, как круто! А каким же способом мы будем перемещаться во времени? Академики, все очень просто. В этом нам помогут наши сказочные друзья. Правда, дедушка? Так, интересно, интересно. Друзья мои, сегодня подарок непростой. Подарок у меня волшебный. Ну-ка, академики, заносите наш подарок. Вот он. Ого! Красиво! В этих волшебных рамках все-все-все собраны времена года. И во всей этой круговерти времен... Вот это да! Давайте не будем забывать о добрых делах и найдем время для того, чтобы добрые дела всегда были рядом с нами. И, конечно же, сквозь эти рамки времени мы с вами совершим самое сказочное и волшебное путешествие! Ура! Ну, как здорово, дедушка, спасибо! Ну что же, академики, отправимся? Ой, друзья, вот вроде праздник состоялся, вроде все хорошо, и именинницу поздравили, а вот самое-самое главное дело так и не сделали. Как вы знаете? Ну-ка расскажи нам, умник, давай, мне интересно. Мы же не попрощались с последней снежинкой, не отпустили ее в небо, чтобы наконец-то в Кострому пришла настоящая солнечная теплая весна! Друзья, поэтому мы предлагаем отправиться тихонько-тихонько всей площадью на нашу центральную сковородку, чтобы там занять свои места на лучиках нашей сковородки и запустить в небо последнюю снежинку зимы! Если вы хотите присоединиться к нашим добровольцам, которые захотели распрощаться с зимой, пристраивайтесь в концах каждого лучика за нашими белыми шариками, друзья! Ну и, конечно же, всех наших сказочных друзей мы приглашаем сделать это вместе с нами! Друзья, отправляемся запускать последнюю снежинку зимы! Ура! Помогите нам всем, друзья! Если вы тоже хотите, наши гости смогли вас увидеть и присоединиться. Присоединяйтесь, друзья! Вставайте в конце лучиков за нашими белыми шарами. Ну а все, кто просто хотят посмотреть на это волшебное действие, вставайте по краям нашей сковородки. Совершенно правильно, как вы и сделали. Только прижимайтесь поближе к бортикам, чтобы наша снежинка была ровная. Вас, всех, кто хочет принять участие в нашем флешмобе и запустить последнюю снежинку зимы, приглашаем вас сюда занять место частью этой последней снежинки зимы. Слышно. Как только вы услышите название своего замечательного коллектива, поднимайте свои белые шарики вверх и громко кричите такую фразу: «Мы готовы!» Итак,
А теперь все вместе, все, кто пришли на эту площадь, вы готовы? Ну что ж, тогда последняя снежинка зимы начинает свой отчет. Друзья, поднимайте все цифры вверх. Спасибо вам всем огромное!